have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Сегодня мы с вами в импостере. Будем стараться чинить. Будем стараться выживать. Чего-то черный меня преследует. А откуда я знаю, что ты не убивец? Откуда ты знаешь? Есть. Таск сделан. Попробуем. Так, блин, собрание? Кто? Где? Какие ваши доказательства? Так, ладно, сейчас посмотрим. Нет, ты оранжевый. В кофе ты сказал, что ты желтый. Я оранжевый. Ты подозрительный, ты не оранжевый, ты подозрительный. Ну я оранжевый, я не желтый. Ну просто, ладно, возможно, меня заключило. Так, хорошо, кто у нас вызвал emergency meeting? Зеленый. Красный. Зеленый вызвал emergency meeting. Да, ну сверху же написано Spike 13. Spike 2013. Я голосую за скип. Ну хорошо, я тоже просто не вижу причин. Изи бини. Хорошая, блин, это. Так, ну все. Ты, за тебя проголосовал фиолетовый. Почему? А за меня проголосовал желтый, серьезно. Подозрительно. Два импостера, кстати. Да. Так, пойдем посмотрим, что я могу сделать. Вот тут есть какое-то задание. Вот это. Так. Просто подключить все? Да, это легкое задание. Я такой, а что там делать? Ладно. Так, тут еще вроде как что-то было. Так, не-не-не, сюда не попаду. Вот здесь что-то есть, да. Черный зашел в электричество, и если в электричестве будет труп, то это черный. Перезагружаем. А почему я должен присутствовать при перезагрузке? Во всех нормальных компах? Блин. Так. Это саботаж. Мне надо лень делать. Надо идти чинить. Блин, сейчас ядро расплавится, но ЕПРСТ. О, есть. Отлично. Фиолетовый подозрительный. Да? Да. Он делал задание, которое не надо было делать. Сейчас мы тут еще перезагрузим. Ну, загрузим. Тут не сказано перезагрузка, сказано обрабатывание материалов. Так, если ладно. Если еще я яйцеголовый. Да, ты серьезно? Да? Как ты так умудрился сделать? Так, стоп. У меня осталось последнее. Черный очень подозрительный. Задание, которое. Все, я все свои задания сделал на 100%. Привет, пока. Привет, пока. Черный подозрительный, он за мной бежит. Ну я же говорю то, что черный Нет, подозрительный. Нет, не за мной. Я за ним послежу. Ну, у меня просто уже сделаны все задания, я больше ничего сделать не могу дополнительного, поэтому. Ой, свет. Черный! Черный? Да. Он только что вырубил все. Стоял перед компом и.
Хотя, может, ну не знаю, он стоял перед компом и что-то мутил. Блин, где эта чертова лампочка? Я корабль плохо знаю, поэтому мне тяжело найти. Я нифига... Это черный! Это черный? Да. Ты нашел тело? Или тебя убили? Меня убили. Блин. Так, я так, изначально так, 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 так. Говорил, что черный очень ультраподозрительный. Так, ну хорошо, я голосую за черного. Почему? Почему? А, не сделали саботаж, а мы сделали голосование. Саботаж продлился настолько долго, и мы не успели. Нет, 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 стой, саботаж не мог продлиться во время голосования. Ну, блин, это правда. Почему, стоп, почему мы слились-то сейчас? О, белый, белый мышь. Привет, чувак. За мной убийца гоняется. Hello, my friends. Ку. Привет. Кадила, все суперски просто. Джитинг, джитинг. Так. Отлично. Привет, ребята, спасибо, что подошли. Очень рад вас видеть. Вместе веселее. Так, ладненько, посмотрим. Значит, наша команда теперь состоит из 4 человек. У нас есть еще белый и синий, если что. Хэмэ. Хэмэ, пойдем. Я не был на этой карте. Фиолетовый уже меня преследует, а ты меня пугаешь. У меня тут задание. В медицинском. А, ты его уже делаешь, я понял. Ладно. Тут тогда есть задание. Я не Мне страшно то, что меня могут убить. Не-не-не-не-не-не-не. 16. Надо понизить температуру. Есть. Убили? Отлично. Нет. Да не-не-не, я пока выполняю просто задание. Тут снег идет, что ли? Да, тут. Как в космосе? На станции снег идет в космосе. Ладно. Это секретная заснеженная станция, вот в чем дело. Блин! Что? Как? Как? В смысле? Милочку, второй раз уже импостеры побеждают. Каким, блин, образом? Возможно, они убили очень много людей. Ты был жив? Я был жив. И я был жив. Минуточку. А сколько им надо убить людей, чтобы... Нужно, чтобы осталось 3 человека. То есть 2 человека. Нет, мы вдвоем против... Ну, нет, мы можем вдвоем проголосовать против них. Я... Не знаю, кстати, не знаю. Чего вы тут на старт внимания марш? Смотри, присели такие. Хопа. Иди за компанию. Космонавты-бегуны, блин. А я заголову вообще. Так, ладно. You're innocent. Такая заставка. Ладно. Так, ну ты яйцеголовый, у меня ушачьи кошки, кошачьи ушки, нормально. А каким образом они побеждают? То, что мне интересно. Что-то очень долго стоял в столовой. Ну, чуваку похавать захотелось, не надо его за это осуждать. Вот ты когда долго копаешься в холодильнике, и тебе что-то говорят, тебе приятно? Ну, это было подозрительно. Так, это было голодно. Блин, оставляйте меня одного. Я боюсь, то, что голубой меня можешь убить. Уйди, желтый. Выпустите меня. Спасибо. Желтый меня преследует. Все, перестал преследовать. Так, задание, задание, поехали. Да, тут только через стазис нужно пройти. А где вулкан? Вулкан.
Ой, я рядом. Перезапусти его. Да как? Лука, кстати, был импостером. А минуточку, что а уж? Я самого начала подозревал Луку. Тут происходит. Так, дружище. Как вы так побеждаете, что у нас вообще без шансов? Они же никого не убивают или убивают? Или что это происходит? Блин. А. Так. Стой, не, я пошутил. Сделал саботаж. Я саботаж сделал, и все, победили. Так, минуточку, на саботаж там же должно быть время для того, чтобы... Нет, ну это же вообще получается. Ты делаешь саботаж, не надо никого убивать, нет никакого голосования. Ты просто побежал, натыкал на кнопочки, и все, что ли? Ну, не блин, честно. Ну не знаю. Как-то это все немножечко... Не немножечко... Так, ладно, поехали дальше. Кстати, народу больше стало. Я хоть когда-нибудь хорошо стану импостером? Не-не-не, хватит тебе. Пойду в кафетерию. За мной все время убийца бегает. Я буду делать длинное задание напоследок, пожалуй. Да какая разница? Что сделаешь, ты сделаешь. Меня могут убить, когда я буду делать длинное. Когда делаешь короткие, тоже могут убить. А чё вас так много, блин? Я туда поднимаю голову, а там три человека сидят, мое задание делают. Серый меня преследовал, мне страшно. Один серый, другой белый. Так, вот это тоже надо загрузить. Здесь все такие подозрительные, мне страшно. Подозрительные. Ты стоишь, загружаешь реактор, а все такие подозрительные вокруг. О, отлично. Я не могу открыть одну дверь. Она через это, через кнопку открывается. Здесь, кажется, розовый заблокировал дверь, кого-то убил. Розовый, вон я вижу розового. Он пошел что-то. Да, возможно, здесь где-то труп. А, тело найдено. Розовый, это розовый. Откуда ты знаешь? Потому что он заблокировал двери, и я не мог их открыть. Эй, я не думаю, что это не... Ну ладно, я думаю, что он просто проходил обработку внутри. Я не уверен, что это розовый. А, Луку убили, что ли? Ага. Это может, розовый. Может, это ты убийца? Нет. Что? Знаешь, чей ответ? Киборга ответ. Ладно, допустим, розовый. Но я не верю, что это розовый. Блин, три человека думают, что это розовый. Это розовый. Ну, не знаю. Видишь? Он был очень подозрительный. Видишь? Я не мог открыть. Я тебе сказал, что это не розовый. Я не мог открыть. Значит, ты импостер. Я очень сильно подозревал его. Да блин, если я бы такое говорю, то я бы был импостером, что ли? Да. Я его не знаю. Блин, я никак не могу быстро делать провода. Ну, провода, да. У меня провода не нажимаются, и я не могу их тыкать. Их не надо тыкать, их нужно связывать. Пополняем supply. Оставили только самые такие длинные задания, и очень страшно делать. Так. Последняя заданька. Сейчас мы пойдем, и у нас мне все будет еще два хорошо задания надо сделать. Блин, я почти уже там был. Чё на этот раз-то? Желто, говорят. А почему? В прошлый раз, кстати, тоже за желтого голосовали. Ладно, пофиг, давайте за желтого. Мы уже одного невинного выкинули, так что давайте второго невиновного выкинем. Хотя на этот раз насчет желтого, я думаю, что это правда. А, фейковые таски? А? Это фейковые таски, говорят.
А есть такое? Да. Или, кстати, если да, сделать... это возможно джитин. Еще так и посмеялся. Кстати, да, возможно, это синий. Дружище, это ты? Признавайся. Или желтый, или синий. Я голосую за желтого. Я больше верю нашему подписчику. Да? Да. Только не говорите, что вы проголосовали все за синего. Ну как тебе сказать? Вот если сейчас желтого выкинут, и он окажется невиновен, то синий явно. Ну а ладно, желтый. Тогда мне кажется, синий тоже импостер. Зеленый. Нет, это зеленый. Я видел, как зеленый тоже делал фейковые задания. А как ты различаешь фейковые и не фейковые? Я не помню цвет чувака, который делал фейковые задания. Как ты различаешь, что задания фейковые? Потому что у всех задания. Они и те же, то есть, если кто-то делает... Задание допустим, не там, провода, где у тебя высвечен маячок, значит, он делает неправильное задание? Да. Блин, прикольная штука. Или если он дважды приходит на одно и то же место. Ну, блин, минуточку, как это у всех задания одинаковые, если у нас... ну, значит, не все просто сделали, я понял. Черт. Блин, Свет. А почему, где, как? Why? Так. Кто бы это мог быть? Я думаю, это синий. Почему ты так думаешь? Липовое задание? Что хамыт? Ты уже проголосовал. Да. Я проголосовал за серого. Ну, черт с вами, пусть будет серый, послушаю вас. Я что-то не очень пока что в этом уверен, но ладно. Абскбе, голосуй. А ты уверен, что ты не импостер? Кто уверен? Я уверен? Да. Никто в наше время не может быть уверен абсолютно ни в чем. Блин, зеленый сам подозрительный. Может, зеленый вообще АФКшит? Слушай, он в прошлый раз не голосовал. Ну да, он АФКшит. Он все время на спавне сидит и все. Он ничего не делает. Ого. Не, мы что, выиграем сегодня, что ли? Кто? Синий? Я тебе серьезно говорю, это синий. Дружище! Но подозрение сделал черный. Ну и что? Блин. Ладно, мы победили. Кто был импостером-то последним? Ну блин, ну вы должны рассказать, кто так нельзя. Вы чё? Зеленый был импостером. Почему? Здесь нету зеленого. А, точно, кстати. А это вариант. Если. Да, это вариант. Прикольно. Ладно, дальше. Ну, игра такая, что надо подозревать абсолютно всех, поэтому... Кстати... Читы-оу. Что такое? Да. Так, у меня есть новое имя. Что это? Кит, кик, кита, нет, ну, кста, копи, куда? Это вы на каком языке вообще разговариваете? Пацаки, вы чё? Хи, ку. Они как будто кунг-фу знают. Кто-то подрался в чате, откуда ты знаешь? Хи, ку, а! Ой, бред такой. Да. Ладно, пойдем. Не, знаешь, это как раз одна из тех игр, где с урбом быть интересно. То есть в том же самом Murder Mystery, мне очень нравится эта игра. Вот, но ты там за сурва просто бегаешь, собираешь монетки и просто пытаешься заныкаться. Кто? Тело найдено, ух ты.
Копл-Допла убили. Так, почему? Почему серый? Это такой сразу, окей. Но я верю ему. Синий. Нет, серый. В смысле окей? Это даже не ты ответил окей. Я ответил окей. Я оранжевый. Ты переименовался. Тьфу ты, блин. Ми. Короче, ладно, я голосую тогда за серого, но если это не серый, то это синий. Мы сейчас, по-моему, выкидываем этого... Блин, у меня сегодня всю игру подозреваю синего. А, да ладно, это импостер. Ладно. Чувак, я знаю, это там, наверное, это я на тебя гоню всю игру, но как бы что поделать, игра такая. Все подозрительные. Прям все. Ну, просто любое действие вызывает какое-то ответное взаимодействие. Поэтому, когда ты говоришь, что это кто-то, то почему-то автоматически притягиваешь внимание на себя и сразу хочется думать, что это именно ты. Поэтому вот как-то так. Наверное, поэтому я никогда не пишу, пока точно не знаю. Хотя, с другой стороны, когда я точно знаю, это ж только я точно знаю, а остальные люди-то точно не знают, они тоже могут подумать на меня. Это на самом деле обратная психология. Я думаю, что она так и должна работать. Так, Лука. Саботаж коммуникаций. Надо быстро это вернуть. Кто это сделал? Так, блин, не сюда. Лука, хватит за мной бегать, блин, по-моему, ты убийца. Так. Блин, желтый меня преследует. Нет, мы просто все за тобой бежим. За тобой еще два человека бегут. Все нормально. Мы все туда сейчас ломимся. Делаешь? Да. Давай. И Лука здесь. 5 человек в одной комнате. Эй, я-хо-хо. И бутылка колы. Так, все. Знаешь, а вот это прикол передвигаться группой. Хотя пофиг. Так. Где камеры? Где камеры? Кто бы его знал бы. Нинечка, мы же только что здесь были. Я когда-нибудь найду камеры. А, тут до четверки надо. Лука, зачем ты за мной ходишь, Карл? Он ходит, но ничего не делает. Он просто ходит, стоит за мной спиной и ждет. Чего? Я не знаю. Sus. Sus. Да. Suspicious. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Сыграем в крестики-нолики. Срочное собрание. Так, кто на этот раз? Ну-ка. Кто? Желтый продолжает настаивать на том, что это синий. Синий говорит, я тебя пугаю, желтый. Скери, ну типа да, он так написал. Так, закажешь проголосовать? Ну как там испуг? Скери. То, что это за надписи там пошли? И на пронешелес. Так, за кого? Что? Кто это? Но я проголосовал за скип. У нас нету улик. Ладно, давай скип. Откуда нам знать, вдруг это желтый, а вдруг это ты, а вдруг это вообще синий? Ну, мне кажется, желтый или синий, но на самом деле я могу сейчас ошибаться вообще запросто.
Один импостор остался. Так, отлично. У меня осталось одно задание. А я уже все свои выполнил. Ищу камеры. Так. Где? А, не медицинский. Медицинский это сюда. Блин, Лука, перестань преследовать. Я напуган. Медицинский это сюда. Сейчас посмотрим. Все за всеми бегают, все друг друга преследуют. Я тупо на корабле заблудился. Блин, оксиджен! Черт! Луку убили. Луку убили. Это был не я, это был не синий. Это может быть желтый. Или ты. А че я? Ага! Все, я понял. Ты мне говоришь, что Лукай за тобой почему-то бегает. Потом я нахожу труп Луки. И ты мне такой, а почему я? Так, ладно. Давай, желтый чувак. Давай, 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 я в тебя верю. Донатца. Молодцы, блин. Ладно, вам всем все равно кранты. Это оранжевый. Все, идите нафиг. Ага, идите нафиг. Команда придурков. Мне надо убить одного человека и все. Блин, как я сразу не догадался, что это ты. Ладно, я пойду доделаю задание. Ну вот так вот ты сразу не догадался, то что это, да. Я тупо сейчас это волхаком доберусь туда. Так, а мне сейчас никто ничего не сделал. Нужно просто хоть кого-нибудь убить и все. Это я уже прям говорил, то, что это я. Убей! Да. Но это было с самого начала понятно, потому что ты написал это я! Ми! Чтобы остальные, когда писали, они писали It's me! It's me! Ладно, ребятушки. Вот так сегодня побегали. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Увидимся тогда в следующих бесконечных мирах Роблоксов. Всем ладушек. Всем покеда.